Андрей Ливанов, сын актеров Игоря Ливанова и Ирины Безруковой, умер в 25 лет. О причинах смерти спорят до сих пор. Ирина и Игорь развелись, когда мальчику было 10 лет. Окончив вуз, Андрей работал администратором в театре Сергея Безрукова. Незадолго до его смерти Ирина улетела на гастроли. В злополучный день звонила ему, но он не ответил. Безрукова вызвала МЧС. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили Андрея, лежащего на полу. Он поскользнулся и неудачно ударился виском. Спасать его было уже поздно.